Мы в начале урока говорили о различных проблемах, бедах, которые есть у человека, которые исходят от Творца и помогают ему продвинуться. Это в индивидуальном порядке. Да. Но есть что-то в этом поручительстве, которое дает, скажем, допустим, у меня есть какая-то проблема, все товарищи приходят, поддерживают и помогают мне. То есть они как бы скрывают от меня проблему. Они этим мешают мне приблизиться к Творцу. Ты хочешь еще проблем? Именно тем, что мы действуем вместе в поручительстве, это именно приближает нас, хотя это и скрывает от нас какие-то проблемы, которые посылает нам Творец. Если ты правильно входишь в группу, ты получаешь другие заботы относительно твоих прошлых. Никто не обещает тебе тихой и спокойной жизни. Но эта неспокойная жизнь, она становится приключенческой, как люди, которые взбираются на гору, раскрывают новые горизонты. Те, кто выходят из дома в различные места, они раскрывают для себя. Они в неспокойстве, но это неспокойствие, оно в виде приключения. Что такое приключение? Я собираюсь получать все больше и больше чего-то хорошего, чтобы меня это наполнило. Я нахожусь в недостатке Хисароне, но этот недостаток, он... Ну, как сказать, я нахожусь в ожидании наполнения. И это больше, чем собственное наполнение. Ты это знаешь из жизни, да? То есть, когда приходит наполнение, тут же заканчивается. А ожидание может тебя годы поддерживать и наполняет тебя. В наполнении это собственное есть наполнение, настоящее наполнение. Это когда мы делаем выше желания в наполнении, в отраженном свете и облачении отдачи. Я бы хотел уточнить это понятие поручительства. То, о чем спросил Муши. В чем это выражается? Ты получаешь потребности от всех, знания от всех, мысли от других, желания, решимот. Все становится всеобщим, цельным. И ты держишь, как бы ты считаешь себя, как часть общей души. О чем мы вообще говорим? То есть я сейчас перед собой вижу самую действующую часть моей души. Они мне кажутся и видятся такими чуждыми, они презираемы мною, но это части моей души. И самый дальний мне, тот, кого я больше всего презираю, он именно для меня ближе всего. Это то, что называется обратное взаимоотношение святов и келим. Это то, что мы увидим. Так что такое поручительство? Когда я действую не согласно тому, что я вижу, а согласно тому, что говорят мне каббалисты. Действуй и раскрой, что это так, только приложи усилия.